Привет! Ну вот мы снова с вами вместе. Вы смотрите рубрику «С ним уже такое». Меня по-прежнему зовут Александр Марченко. И да, не удивляйтесь, просто после праздников у меня еще голова не совсем отошла. Но это все не важно, потому что мы начинаем! Если у вас не все в порядке со зрением, не тяните. Идите к окулисту, иначе вы даже потом нормально поесть не сможете. Как вот эта черепаха. Да, мало того, что она ходит медленно, так она еще и немного слеповата. А вообще черепахи умеют многое. Например, быстро бегать, если они куда-то опаздывают. Танцевать, если у них день рождения. Push me, and then just touch me. И даже драться, если их не накормили. Если вы решили кого-то разыграть или безобидно напугать, то послушайте еще один совет. Продумайте все заранее и подмечайте каждую мелочь. А то вон, один уже наразыгрывался. Ну вот видите, к чему все может привести. Но меня поразило больше всего не то, как он упал, а реакция его близких. Больно уж как-то безразлично они к нему отнеслись. Судя по интонации, женщины пришли к выводу, что он сам виноват. И пускай сам себе и помогает. И еще. Видимо, мужик все-таки сильно ударился. Аж собака испугалась и выбежала на улицу. Если вы собрались на рыбалку, то возьмите что-нибудь от медведей. Иначе вы рискуете остаться и без рыбалки, и без всего остального. Да, ситуация, конечно, не из легких. Мужикам на дереве хочется и мишки на обед не попасть, и добро не потерять. Но навряд ли так получится. О, сейчас что-то будет. Но это еще не все. Слышь, что за херня, а? Да нет, это, конечно же, фейк. То есть неправда, обман, а в данном случае очень хорошая постановка. А если это правда? Совпадение. От хлопка он проснулся, увидел сзади медведя и решил со страху от него уехать. Слышь, что за херня, а? Вы смотрели рубрику «С ним уже такое». Побольше улыбайтесь и будьте такими же позитивными, как я. Меня зовут Александр Марченко. Апельсиновое утро. Пока-пока.